солнышке тепленько. Да. Немножко ветрено, но связь вроде в этот раз хорошая. Вот такой у нас сегодня отдых. Вроде мы тоже живем рядом с Кронштадтом, а я здесь не был 4 года. А моя Вася не была здесь тоже пару лет. Что же все к моим очкам пристали, женские или мячки? Не знаю, Cartier. Обычный Cartier. Не, не экскурсия, мы с вами приехали и сами все смотрим. Проехали по дамбе, которая у нас километров так под 17 длиной. Талия 100 сантиметров норм? Не знаю. Сколько времени ехали? Не так и долго мы ехали. Пойдем, посмотрим. Минут, наверное, 340. Привет из Германии. Очень впечатляет размер этого храма, потому что мне казалось, что он меньше. Машина у меня Opel. Сколько стоят очки? Не знаю, у меня хорошие друзья. Подарок друзей. Сколько стоит Cartier? 1000 евро стоит, наверное. Привет из Баку. Тюмень. Так, ну что, пойдем к памятнику. Богатый ли я человек? Нет. Богатый духовно. Да, если в этом вопрос. Папа бывший военный, мама учитель. Так что откуда же богатство-то? О, Мирослава, привет. Они нас смотрят. Да, Германия на связи. А Мася пусть покажет грудь после лечения. Ни хрена у вас заявка на победу в воскресный такой день. Прямо рядом с собором, да? Погода супер. Так, а если мы покажем его вот так, интересно, так получится, он даже весь так не влезает. Вообще такая красота. Питер нет, Кронштадт рядом с Питером. Полчаса езды. Нет, в компьютерные игры я не играю. Показать меня на фоне собора покажу. Но чуть попозже. Клиника СПИК, Санкт-Петербургский институт красоты. Сколько обошлась грудь, звоните, спрашивайте. Там, по-моему, на 1250 стоит. Но у нас все отдельно. Во сколько лет ты потерял девственность? Мася, запиши в интервью вопросы, ответим. Хорошо. Одетого шпака редко видел. Так, прикольно. А где вы меня раздетого, интересно, видели? Если только в Доминикане, на Карибах. Там я постоянно раздетый хожу. Так, ну что, переводим кадр. Надо будет вовнутрь зайти еще. Интересно, как грудь себя... Тут столько солнца, что ничего не видно на самом деле. Ну что, Масек, пойдем до памятника? Хочу его тоже показать. Так, соскучился ли по Таиланду? Да, ждем, пока билеты станут подешевле, чтобы в конце декабря уехать недели на 4 в Таиланд. Зубы не сточены, они не искусственные. Это, по-моему, бировочный материал. Привет из Ростова. Встань на кружочке, я тебя зафоткаю. На кружочке? Давай. Будешь фоткать меня с телефончиком? Да и что? Привет из Киева. Так, фотосессия. Сейчас спрячу. Еще одна фотосессия. Есть? Да. Все, есть. Сколько мы общаемся? Да, время от времени. Были ли в Казани? В Казани не были. Правда ли, что по размеру записи можно определить потенциал по набору мышечной массы? Но это определенная такая у вас толщина кости, потому что толщина кости, соответственно, подразумевает и определенную толщину связок, и это, да, это дает возможность понимания, насколько у вас есть потенциал. Хотя мышцы, они тренируются гораздо быстрее, чем связки. Хорошее питание, синтез белка и правильный тренировочный процесс. Саша, ты на стероидах сейчас? Я уже говорил, анаболические стероиды, вопрос каждого личный, прям как о сексе. Вы меня спросите, еще занимался ли я сегодня утром сексом?
19 цветов записи нормально, да? Нормально, неплохо. Позитив. Позитив — это самое главное. Смотрите, я снимаю Масю, а Мася снимает меня. Вот такой, блин, компьютерный нахрен век. Во-первых, не баб кусать, а девушек. Во-вторых, для красоты. А в-третьих, я же сказал, я делаю в этой жизни ровно все то, что мне нравится. Так, сейчас вам покажу. Покажу, какие у нас там есть колокола. Вот так. Покажу привет. Да. У жены... Я сейчас с жены телефону, потому что iPhone показывает все лучше, чем Samsung. У меня Samsung. Какая любимая поза твоей жены? Какая любимая поза? Лёжа. Желательно на мне. Если у меня жена... Жена спрашивает, ты у меня есть или нет? Нет, все фикция. Что, думаю, Наварская? Ничего не знаю, я ее лично не знаю. Знаю лично только Сережу. Мася, а что твой телефон так все близко показывает? Так а ты убери камеру. А я уже убирал камеру. А, еще можно, да? Да. Надо же. Что могу сказать про Левитон? Не знаю, ничего не могу сказать. Не пробовал, аннотацию читал. Продается все то, что может быть продано. Ой, они даже открыли какую-то. Так, что нужно подсказать? Давайте. Верни хотя бы на красоту. Ларису Райс тоже не знаем, кто это. Где солнышко? Солнышко здесь рядышком. Саня, как ты относишься к анальному сексу? А в чем тут Саня и анальный секс? Жена после коррекции груди. У вас жена после коррекции груди. Так, и что? Ей плохо. Но, слушайте, надо понимать, что любая операция подразумевает под собой то, что будут болезненные ощущения. Через два... Вообще, на самом деле, с самого начала уже можно ходить гулять. Должно быть корректирующее, правильно утягивающее белье. Его можно время от времени подснимать на буквально минут на 10-15. Стоя, желательно со снятым бельем не находиться. Обезболивающее первые 5-7 дней достаточно сильно помогает. Стараться не злоупотреблять. То же самое кетонов увеличивает кровотечение. Третий, седьмой день такие самые могут быть кровотечивые. Соответственно, если у нас в ближайшую неделю ничего не случилось, то дальше должно быть все нормально. Избегать физических нагрузок, повышение пульса, секса и прочего. Что еще? По-моему, все. На мосичок. Что? Не знаю. А ты можешь улыбнуться до ушей? До ушей? Нет, да. Я так не умею. Без витамина 5 раз в неделю тренироваться можно? Можно, в зависимости от объема тренировки. Если он такой больше кроссфитовский, не сильно утомляемый, то можно. Да, язык у меня подвешен нормально. Им и работаю. Шоколад Слим от похудения, как думаете? Я не знаю, шоколад или Слим, но шоколад для похудения уже звучит интересно. Как избавиться от вегасосудистой дистонии? Не знаю, в детстве такое ставят всем. Заниматься кардио нормально, питаться хорошей здоровой пищей. Есть много свежих фруктов. Не знаю, а мне нравится. Красиво. Пойдем вот на тот мост, там очень красиво. Пойдем. В высших кругах крутишься, звездный бомон приглашает. Нет, мы никому друзей не набиваемся, живем своей жизнью, мы счастливы, самодостаточны, никого ни о чем не просим. Вот. А где нас когда приглашают, мы, конечно, в зависимости от того, кто и как и куда приглашает, появляемся. Вот. Не знаю, хороший такой солнечный день, мне нравится. На следующей неделе будем снимать опять готовку, только будем, наверное, теперь снимать ее дублированно. Она будет идти через перископ, чтобы все было интересно. И одновременно будет еще мой оператор снимать на видео, чтобы на основном канале было качество видео получше. Как Лео не мешает гипертония? Что-то я не слышу, что у Мишки была гипертония. Как правило, давление у него хорошее, несмотря на вес. Саня, твоя жена любит грубый секс? Откуда вы знаете? Как тебе человек-ящер, татуированный дух? Язычный. Не знаю. Ребята, у меня так много спрашивают. Когда не видел. Пойдем сейчас покажем. Ну, еще.
через перископ готовка кручена. Так она и будет, через перископ я так и буду делать. Просто дублировано будет еще оператор все снимать. Какие-то ракурсы, какие-то виды блюда, как оно готовится, как получается. Всех людей так и волнует моя интимная жизнь. Ух ты! Слушайте, у меня с интимной жизнью все хорошо. Так что вы не волнуйтесь. Губы накачаны. Конечно же, я же фри-котлет. Вошел в топ-5 фри, картошка фри, атлетов фриков мира. О. Страшный я такой. Покажи немножко природу. Давай, так. Очки дорогие. Да? Хорошие очки. Так, а что у нас здесь еще? Мы с тобой как две подружки. Да? Да. Две подружки лесбиянки. Вроде взрослый мужик, но, сука, мозгов нет ни хрена. И дальше подпись человека, который это написал. Ну, вы так себя не ругайте, у вас тоже всю жизнь не наладится. Ведь зависть, она пожирает все. Все самое хорошее, что есть в вас, и даже в окружающем. Так что надо быть добрее. Как бороться с давлением? Кардио тренировками. Аккуратно. То есть аккуратно повышать нагрузку буквально на 30-40 минут, а потом понижать ее до момента вообще практически медленного релакса. И так давление будет восстанавливаться. И так можно работать минуту через 30 секунд и по-разному. Собственно, вот. Вот такие маленькие провинциальные радости. На самом деле они такие были лет 60 назад, да? Саня, я хейтер. Ребята, я самый жесткий тролль из всех, которые существуют. Что думаю о Денчике? О каком? О Дни Сыкуси, вы спрашиваете, или о каком Денчике? Я на самом деле не прикалываюсь, потому что я на самом деле мало кого вообще знаю. Только тех, вот, кого знаю в последнее время. Потому что до этого я был абсолютно невидимый. У меня было много-много работы. И, собственно, моя мастер. И все. Потом моя мастер сказала, что-то говорит мне скучненько. Давай-ка мы сделаем из тебя медийного. Уже все есть готовое, надо тебя дать тебе пня. Дала мне пня, вот я и полетел пулей. Неважно, кем ты станешь, чего добьешься в жизни, главное мужиком остаться. Нормально. А я думал, что мужчина определяет совершенно другие качества, а вас, оказывается, даже не интересует, кем вы станете, что вы делаете в жизни. Ну да, это такой русский Ванька-мужик, наверное, да? Или Соликоламска, привет. А Дениса Борисова, понял, ничего не знаю, я же говорю, что лично тех, кого не знаю, трудно об этом судить. Не встречался, не общался. Смотри, ветер пропал, да? Да, хорошо. Тепленько. О, можно гулик поснимать. Это у меня очки такую цветопередачу выдают или розовых сердечек почему-то нету? У кого розовые сердечки есть? Кем работает Ирина? Директором? Внутрь? Не, внутрь не зайдем, у Маськи платочка нету. Нет, что, мы зайдем. Зайдем? Конечно, потому что я там была, когда в этом храме был вообще кинотеатр, дискотеки. И я как раз попала под закрытие, нам показали, он уже был практически закрыт перед реконструкцией. А теперь очень интересно, как они его отреставрировали. А тогда, когда мы заходили, там стояли... А, там даже кинотеатр был. Кинотеатры, дискотеки и все фрески, вся живопись была завешена. Вот сейчас хочется посмотреть, как это все изменилось. Да? Да. Ну ладно, пойдем тогда, что ли? Я не знаю, просто можно там снимать внутри или нет? Нет, внутри снимать нельзя, но мы не будем. По крайней мере, мы дойдем до ближних арочек. Не знаю, все равно все красиво. Нам рассказывали, что каждый кирпичик привезен, не помню откуда-то, но какой-то он специальный. Мася, тут мальчик, у которого все в жизни плохо, спрашивает, Ирине не стыдно с таким моральным уродом, как я, вместе жить? Стыдно? Да. Нет, не стыдно.
Я очень люблю этого, как говорится, морального урода, потому что это человек, это мужчина с большой буквы, это человек с чистейшей душой. Вот, собственно, вот так. Хотя ответ вас явно не удовлетворил. Вас вообще мало что удовлетворяет, поэтому вы несчастны. Так. Хочу снять поближе фрески. Я сам сейчас на площади у собора. Человек нам пишет. Прикольно. Ой, Мирослава просит Иру, что я не дочитал. Когда это было? Явно там не курно. Ну откуда ты видишь? Ну потому что наши кадры есть, а у нас там ничего нет. Нет, 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 люди думают иначе. Ну что, мы пойдем с тобой внутрь? Да, пойдем. Знаешь, это самый большой грех. Согласен. Дело даже не в том, что это грешно, а в том, что это убивает в человеке все радости, потому что он не может радоваться тому, что есть, потому что хочет то, что есть у других. Главное, не просто хочет, а зовет. Так, Мирослава спрашивает, Ира, телескоп будет вести от тебя? Ой, я не знаю, я пока еще, наверное, не готова. Я думаю, будет, когда мы будем делать готовку. Когда будем делать готовку, он будет держать камеры, будет меня тоже делать. Саша, как Гусев прокачался без астероидов? Мона? Ой, я даже не хочу это комментировать. Но в большом спорте нет людей, которые качаются без астероидов. Все, мы уже прошли.